Требует убить, а тело отдать собакам. Настолько жителей Саудовской Аравии возмутило фото девушки, на котором она без хиджаба. В адрес дерзкой Малак Аль-Шахри. Ну, вот под таким именем она зарегистрировалась в Твиттере. Тут же посыпались упреки и угрозы. Видимо, их было столь много, что аккаунт Аль-Шахри вскоре удалила. Ну, посмотрите, вроде бы ничего такого плохого. Длинное платье. Но в интернете шумиха не утихает. Даже появился хэштег с требованием жестоко наказать девушку. Есть и защитники. В комментариях они пишут, неужели одежда важнее человеческой жизни?